Многосортовая слива. Это у нас Руби Кранч. Солнечные ожоги. Ветки свисли. На пол все касаются ветки. Урожай просто бешеный. Тама. Ага, так, сейчас буду показывать вот это вот, Оцарк пример. Тоже неплохие сливы. Вот она, Оцарк пример. Хорошие прям крупные сливы. Они еще, конечно, не спелые. Вот тоже Оцарк пример. А это у нас Бербанк гигант. Что тут творится? Бербанк гигант. Вот надо было нормировать, конечно. Теперь уже поздно. Вот что произошло. Но живет пока. Вот так уже давно она. И еще вот здесь тоже у меня была прививка. Вот. Вот здесь прививка. Вот тоже Бербанк гигант. Одна ветка вот. Недавно смотрел, вроде не поломанная была. Сейчас уже смотрю, поломалась тоже. Вон на полу вся валяется. Ну тоже отсюда, видимо, питание поступает. Живой. Так, а это у нас гниль. Червяк съел, и гнильца пошла. Вот, это все у нас Бербанк гигант. А вот тот чесан. Тоже крупная слива. Ну, одна из самых хороших слив считается. Не знаю, посмотрим. Первый год. Тот чесан. И еще вот здесь у меня была привита. Так, это у нас шарафуга где-то была привита у меня. А, вот она. Вот шарафуга. Вот она. Вот это шарафуга. Вот это сейчас все заросли. Вот эта прививка. Вот эта вот ветка. Это у меня шарафуга. Ну, пока не знаю, будет ли это действительно шарафуга. Ну, видно, сливы крупные. И вот это у меня топ-гигант. Она уже желтая, я не знаю, поспела она, не поспела. Надо сорвать, проверить. Топ гигант. Может быть, это не она, не знаю я точно. Она не она. Ну, слива тоже не мелкая. Здесь вот солнце, ничего не вижу я. Я ничего не вижу, может быть, потом в тени, когда буду смотреть, может, увижу. Ну, короче, слива не мелкая, крупная слива. И лист такой у него, как у персика. Топ-гигант. Но больше всего похоже, мне кажется, она на сливу, персиковая слива, что ли, как вот. По-моему, не она, что не она ли это, не персиковая. Кто знает, может, подскажите. Топ-гигант какой вообще бывает, я не знаю, не видел. Мне просто дали черенок, как топ-гигант.